Не пригодилась? Необычная находка ждала меча в лесу. Отправившись за грибами, мужчина наткнулся на гору асфальта. Судя по всему, появился он там в самый разгар капитального ремонта городских и проселочных дорог. Тему продолжит Тахмина Тынысова. Петр Глухов, отправляясь за грибами, даже представить не мог, что обнаружит в лесу. Наряду с груздями и коровниками мужчина нашел асфальт. Увидели вот, вот это чудо, так скажем. Специфический запах асфальта и как гранулят такой, что ну, как бы не один год. Езжу по дорогам-то, вижу, из чего делают. Удивились, конечно, то, что вот у нас дорог-то и так нет. Вот, а тут целый КАМАЗ вот, этого добра. Асфальт лежал возле трассы, связывающей Азовские и Чербакульские районы. По всей видимости, сбытчики или торопились, или не переживали, что их груз кто-то обнаружит. Судя по следам грузового автомобиля на траве, смесь, которую используют при укладке асфальта, привезли недавно. Однако, по крайней мере, от Азовского поселка до границы с Чербакульским районом никакие дорожные работы не ведутся. Интернет-пользователи выдвинули свои версии появления асфальта в лесу. Кто-то предположил, что сделано это специально, а кто-то посетовал на лень водителя грузовика. Да много где в лесах лежит асфальт кучкой. Это Россия. Для медведей тоже дороги нужны. Новая технология – муравейник асфальтный. Это заначка. Скинули, чтобы потом на дачу где-нибудь разровнять дорогу или у дома. Машину на объекте не приняли. Скорее всего, остывший приехал. Вот водитель на свалку везти поленился. В этом году на ремонт дорог в Омской области выделено 750 миллионов рублей, 500 из которых были направлены на 28 городских магистралей, а 250 – на 10 региональных. Ремонт должен завершиться к концу сентября. Видимо, где-то дорожные работы закончились раньше. Да еще и, по всей видимости, со значительной экономией. Излишки просто выкинули в лес. В Министерстве строительства региона, которые следят за целевым расходованием средств, а также за качеством отремонтированных магистралей, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Тахмина Тынысова, Виталий Двораковский и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.